Фактически запасы нефти в Казахстане превышают официальные данные, так считает кандидат геолого-минералогических наук Курмангазы Исказиев. Однако, чтобы добыть ее, необходимо использовать новую технологию бурения. Сейчас углеводородный потенциал оценивается в 76 миллиардов тонн. Сегодня бурение разведочных скважин в Казахстане происходит на глубине до 5 километров. А по проекту казахстанского геолога его можно довести до 9 километров. 64 миллиарда приходится на Прикаспийскую впадину, и из которых почти 70% на глубокие отложения. Поэтому и стоит задача более детально дальше на основе данной работы проводить геолого-разведочные работы. И я уверен, что у нас будут новые большие открытия, которые помогут развивать экономику завтрашнего дня. Каждый производственник, особенно недропользователь, он жаждет иметь у себя большие запасы, потому что большие запасы – это, естественно, гарантированная добыча нефти или углеводородов на долгие годы. И благодаря вот этим вот проведенным исследованиям у нас у недропользователя появилась возможность целенаправленно уже проводить геолого-разведочные работы и с большими шансами на успех.